Макс, включи. Вот сейчас cold me in, just like I was Eddie Harris. She eating crazy cheese like you would make a mom Harris. Всем привет, это футбольные игрища. Сегодня еще одна рубрика на вылет. По моей футболке вы понимаете, что это тот же съемочный день. И снимаем мы с теми же людьми, показывая, Серега, людей. Представляетесь? Да, Павлов Алексей. 23 года. 23? Пантера 23. 23, Пантера 23. Шаварш, Океан. Владимир Игнатьев, 25 лет. Барук, а.к.а. Президентская панда, хули нет. Самое главное отличие этих пенальти в том, что у нас Макс, туда камеру, он стоит в боксерских перчатках. Сегодня будет сложно отбивать, Макс. Блять, а ты тоже, что ли? Я тоже в игре. Ёбан. По одному удару. Настя, он бинает, блять, Настя, он сломается сейчас. Блять, я нихуя не заснял, похуй. Я в ахуе, как Макс не сломался, блядь. И нога целая даже, реально не больно. Я скоро вернусь в футбол, ребят. Еее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 еee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 
Тупая бабунка. Короче, это. Все, все, сливаем Тима, короче. Леша. Леша, забей, Леша, пожалуйста. Ебать! Серый, как тот чувак из МЛС бью. Мартинес или как его зовут? Такой классный, подвес. Хотели меня слить, у них почти получилось. Бородай забьет, Леша Тигран не забьют, скриньте. Так это Тигран не бьет вообще. Я забил. А. Нет. Президентская панда, блядь, тут вы на грани. Ух, ёбана. Хейтеры нахуй. Макс, отбей. Я пытался. Что? Макс! Уволен! Ты уволен. В смысле? Чё это за хуйня? А, опа! Ты перепутал челленджи, это не кроссбар. Это не кроссбар, твою ж мать. Бьёшь, Макс? Вот он пришел, родной! Заебали, блять, орать! Вот сборная России, как говорил Дюба, не уверен, бей по центру. Леша, ты Эльмуда или забьешь? Блять! Болдар-то хороший был. Хорошо. А че по центру? Эльмуда Тигранович бьет еще раз. О, вот она! А, еще о, если Леша, гречку покушали, нужно сразу мыть тарелку, потому что она засохнет, потому что тяжело будет. Валя, не только к гречке относится, да яичница такое же, дерьмище. А что ты думаешь про пюрешку картофельную? О, с котлеткой. Ну тоже тяжело отмывать. Я считаю, Леша должен проходить, потому что его прошлый удар был вот такой вот. Да куда ты по центру бьешь? Ебать! О, как он хорош! Ай, хорош! Этот лучший скучно, вратарь! Мне скучно уже становится, алло! Так я ты... хочу, чтобы кто-то вылетел, я попинать хочу! Ты у меня привод, привод, я музыку, слева и... Музыку юридическую добавь и все. Блядь, я загородился. Конечно, блядь. Ты не снял это, слышал? Да пошел в очко. О, хорош! А, пацаны уже очень долго играют в топ раунд, поэтому мы заставляем пацанов бить нерабочей ногой. Заставляем, да? Нерабочей ногой бить? Да, ты правой бьешь. А он левый сейчас. Не, сейчас заново. Так вы же заново, ты первый начинал, алё, блядь. Ту-ту-ту-ту-ту! Понятно, вот. Короче. Как они заебали?
если в следующем раунде они оба забьют, то они оба проходят следующий раунд, потому что, блядь, ну чё, пацаны стоят, ждут. Я согласен, а в следующем раунде тогда вылетают двое сразу. Блядь, за мячом побежал. Ягода! Ой, ебланы! Давайте, если они сейчас оба не забивают, то я снова возвращаюсь в игру, потому что, блядь, заебало. О, прикольно. Серега сейчас дал очень крутую идею. Если они сейчас оба не забивают, бьете рабочей ногой. Если они оба не забивают, Серега возвращается в игру, а они нахер идут. Бля, ой, красиво. Все. Охуенно. Макс, тащи. Ай, Макс, лучший. Мимо, давай. Мимо, 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 мимо. Леш, мимо. Мимо, Леша, блядь, ты заебал. Тигр, попрощайся. Попрощайся, Тигр. Ты был мне братом, Мэнэк. Третий раунд, Тигр выбыл. Я не хотел по центру бить. Дай шанс, Макс. Играй красиво. Ой-ой-ой. Охуенный ты шанс дал, блядь. Пиздец просто. Ну нахуй. Ну нахуй. Что, все, финал? Слезы горечи, слезы поражения. Зубик выпал, скорее всего. Я хотел в финале красиво забить пяткой, блядь, с пенальти, но не судьба, ничего. Ой-ой-ой, блядь. Леш, казни его за эту хуйню. Фу! Нихуя себе! Макс просто охуел по ушам получить. Ну ебаный рот. Он заебался челленджи выигрывать, пиздец. Наш победитель в очередной раз выиграл. Это никому не интересно. Я давно не выиграл. Эта победа очень важна для меня, так как она первая за долгое время. Он врет. Всем спасибо. Как там Криш плавал, этот мяч получил? В какой-то момент я думал, что это неосуществимо. Все, хватит слез, с вами были футбольные игрища. Я думаю, стоит Макс заслужил лайки и подписки. Подписывайся, ставим колокольчик, лайк.